Ребята, привет! С вами Игнат, 1 января. Оливье, селедка под шубой и все такое должно улечься. Поэтому пойдем гулять. Пойдем с вами сегодня в Коцевели. Дойдем до Коцевели, посмотрим, что там творится. И я вам хочу сказать, что семейство не такое уж и пустое. На горе альпинисты, толпами ходят люди. Вы сейчас офигеете от этой толпы. В общем, пойдемте. 1 января. А, самое главное не сказал. У нас вчера было 18 градусов, а сегодня в Севастополе на солнце 19. В Семизе, наверное, так же, хотя ветерок холодный. Все, идем. Показать этот забор. Смотрите, как красиво камни выложились. Такого еще цвета. Цвет красивый, из такого цвета. Камень такого цвета. Шикарно смотрится. Эх, все ничего, но ветер. Здесь еще, видите, такую клумбочку сделали. И поставили воротины. Так. Ну и показать панео с дивой. И крыло лебедя. Вы говорите, никого в Семиизе нет. Он толпами ходит. Так что спросили, как к морю спуститься. Я говорю, идите туда. Сейчас вот такая толпа пойдет на море туда, на камни. Я, конечно, посоветовал сюда сходить, но говорят, мы там уже были. Вся стоянка, ребят, забита машинами, как летом. Я уже все дошел. Тут сильный ветер. Надеюсь, меня будет слышно. Я, кстати, узнал. Разговорился со старшим. Это дети из Донецка. Детей из Донецка привезли. Гуляют с ними везде. Вдоль моря, везде, везде, везде. Ой, какое ветрище сильное. Слушайте, альпинисты и просто те, кто гуляет вон везде. Людей много в Семиизе. Как ваше 1 января проходит, напишите в комментариях. Я говорю, я прям хотел, я очень хотел, чтобы на 1 января была вот такая погода. Вчера я во влоге снимал, кстати, влог снят предновогодний. Он уже скоро будет. Он будет вот сегодня ролик, а завтра влог. Как я готовился к Новому году, как я встречал Новый год. И, в общем, я, помните, все раньше вспоминал, как я тут на камне 31-го спустился. 16 градусов было. И бабочки мимо меня полетели. И вот вчера было то же самое на закате. Я там снял последний закат 2022, будет во влоге. И пока мы сидели, пили чай и ели тортик и снимали закат, возле нас бабочки летали. Мысли материальны. Если ты этого хочешь, это будет. Да, прогулка очень нужна, потому что все эти салатики тяжелые, майонезные. Прям такое. Я еще, ребят, с собой не забыл. Взял термос с чаем. Буду чаек пить. Блин, я надеюсь, что что-то слышно. Такой сильный ветрище. Смотрите, кто-то тут пивко попил, сыр поел. Надо с пакетом прийти пособирать это все за тварями. И проклянуть их. В общем, ребят, вот такая красота. О, луну видно. А этот старший еще с детьми, которые... Ну, их там не один старший, и родители тоже есть. И, ну, вот, который у меня узнавал, можно там спуститься или нет. Они на пане, говорит, поднимались. Он говорит, а дети, говорит, никуда не хотят, им надо сидеть, говорит, они музыку слушают, сидят в комнате. Давайте, говорит, лучше мы в комнате посидим. Ну, все равно все дружно, там есть взрослые, есть прям малыши. За малышами смотрят. И это... Что-то я себя поймал на мысли, я бы тоже детей водил в походы. Ну, вот так вот, вот сюда вот, по Ялте, по Семиизу. Ух, я бы много чего, кстати, показал донецким детям. Всю бы красоту, я бы и на кошку сводил. У меня вообще
не было мысли, куда их повезти. Были бы одни ответы. Идем сегодня туда. Мое любимое место с можжевельниками. Пролетаем здесь. Как хорошо, что закончились дожди и началась солнечная погода. И вот, ребят, по моему прошлогоднему наблюдению и наблюдению в этом году, вот так действительно, декабрь, октябрь, ноябрь, декабрь, но октябрь меньше, ноябрь, декабрь, прям такой питерская дождливая погода. И потом в январе начинается солнце. Кстати, в аквапарке музыка играет. В аквапарке же какой-то кабак вроде есть. Наверное, празднует Новый год тоже. Так, ну что, давайте еще побольше гор, больше красоты. Столб старинный. От башек. И эту красоту. Слышите, как музыка орет? Так музыка орет только в аквапарке. Если там Тортуга, это кафешка. Я что-то у них ни разу не слышал такой громкой музыки. Красивый такой. Тут всякие канализационные дела. Поэтому, наверное, особо это ничего не продашь. Всякие люки, всякие трубы. Причем сектор газа там орет. Еще до сих пор с прошлой осени не опала листва. Слышите, сектор газа орет. А может, кстати, на поляне там на Голубом заливе кто-то с большой колонкой просто. Слушайте, ребята, это еще, наверное, нельзя продать, потому что это территория кошки. Я просто, знаете, уже везде ловлюсь на мысли, что нету забора и нету стройки. Почему? Колодцы. Какой-то тут забор поставили. Где мы ели ягоду. Слышите, сектор газа? Я дойду так. Такой туман. Интересно, вот эти домики когда заселятся. Красивые. Мне нравится, когда камнем отделаны. Вот тут, что ли, сектор газа слушает. Я, кстати, детей сюда отправлял, но они бы не нашли. Он говорит, а вы туда не идете? Я думаю, не, я не хочу с детьми идти, я хочу снимать. И воздух я давит, как ртуть. Такой туман. Уже не помню эти песни. Лет 15-16 мы все их знали, пели, блин, на хатах. Подхожу к аквапарку. Слушайте, ну да, наверное, с аквапарка. Мьюзик такой. Мне сегодня 30 лет. Я в 20 лет помню. Думал, буду на свои 30 лет слушать сектор газа. Мне сегодня 30 лет. И так, и 30 лет, а сейчас и 40. Они еще подпевают, блин, я хочу в эту компанию. Везде, кстати, шашлыки жарят. Пахнет так костерком это всюду, шашлычным. Какая насыщенная зелень, какая насыщенная кошка. Солнышко уже садится практически. Пойду, наверное, на пляж тоже, ребят. По пляжу вот так поднимусь там. Пустой аквапарк. О, еще вот сюда, на эту поляну, на свою любимую зайду. Ни одного облачка. Здесь есть облака. Котик он что-то есть. Сегодня у котиков лафа везде на стенках. Кости от холодца, от всего. О, так вон даже люди шашлыки жарят. Слушайте, какие молодцы.
пикник полноценный. Он накрыли, блин, надо тоже нам на пикник сходить. Надо тоже, хочу на пикник вот так вот сюда. Все, зима, прощай, Новый год прошел. Как Илюхины подопечные, одинаковые. Новый год подошел, все, Новый год прошел, вернее, зима, пока. До свидания, до свидули. Как море блестит, кстати, ребята, отсюда вот так вот. Когда с берегом еще чуть-чуть смотришь, отсюда красивые виды. Тортуга что-то, ребята, вообще пустая. Ни машинёшки, никого нету. Закрытая, что ли. Горы. Домики эти. Слушайте, я тут еще вон чего видел. Вот эту сухую травку, которую собирает, продают. Про Свету сразу вспомнил. Она же любительница. Она в свою новую квартиру все вот это перевезла. Я же ей тогда говорю, куда тебе столько? Мы как не где-то... Ой, сколько здесь, смотрите, сколько денег. Нарвать в Москву, отправить. Тебе бизнес. Света в очередной раз, когда собирала этот букетик, эти сухостои, я говорю, Свет, ты, по-моему, не квартиру строишь. Ну, она ждала, пока квартира сдастся. Я говорю, ты, по-моему, гнездо себе уже можешь сплести и жить в нем. Ой, над морем еще такое. Сейчас, ребята, это... Там с обрыва будем еще на море смотреть. С того любимого обрывчика. Ну, кто-то 1 января рыбачит даже. О, нифига здесь как сделали. Прикольно, что это? Чтоб лодка вставала. Смотрите, как камнями отгородили. Типа а-ля мол такой. Видите? Молодец, рыбачит. Мол, видите? Да, зачем-то отгородили. Прям вот конкретно видно, что такой загончик для лодки. Ну, молодец. 1 января ловит рыбу. Вообще ж офигенно. Кто-то похмеляется, молодец, рыбу ловит. Обсерватория, ребят, наша семейская. Пониже уровнем. Здесь реально расчистили, наверное, сюда лодки заталкивать. Так, ну что? Тут тогда сидел охранник. Веревка у кого-то. Когда тут что-то чинилось, делалось. Все, уже все починили, все сделали, никого тут нет. Так что канализация, наверное, поменена. Самый крутой способ проведения 1 января. Прогулка.
и рыбалка. Ой, ребят, слушайте, какой кайф, я в очередной раз повторяю. Я во влоге рассказывал, мне тоже зачастую, вот, кстати, меня даже 1 января подписчики спросили, тебе не хватает снега? Ну, типа, на Новый год же снег должен быть. Хотел бы ты в снегу быть? Нет, не хотел бы, ребят, глаза мои не видели. Просто я еще раз говорю, почему бы мои глаза снег не видели? Я 30 лет жил в Норильске. Я не хочу видеть снег никогда больше в своей жизни, желательно. Ну, если увидеть, то ненадолго, как он тут в Семиизе. А так, чтобы... Ну, я шучу, конечно, нет. Будет снег, и что, я в снегу буду жить? Ну, по возможности, я бы хотел жить там, где нету снега. Чтобы глаза мои его не видели. Лодки всякие, неужели еще в море выходят? Ну, наверное, на моторах-то выходят. Сейчас глянем, что там на городском пляже. Кстати, сейчас мы обойдем вот так по буне. Галечка мелкая. Так, надо камеру прикрепить. Носки. Слушайте, зимой что только нету на пляже. Всякие старые тапки. Всякие носки. Трусы валяются. Вода кристально чистая. Божечки, как же морем пахнет, а. Почему же я редко хожу к морю? Симметрия. Вот как она ползло, все от кошки отсоединялось. Дива уползла туда, крыло лебеди сюда. Ну, плюс-минус откалывалось все от кошки. Вон кто-то гуляет. Ребят, как красиво. Не могу. Красиво, тепло. Горы. Господи, горы какие солнечные. Нету туч. Наконец-то все это. Осень прошла. Зима уже. Второй месяц. Скоро вообще все закончится и будет тепло. Только тепло. У меня, ребят, на этот вот такие планы по поводу походов. Не буду, конечно, озвучивать. Надо сперва сделать, а потом рассказывать. Ну, хотя бы спланировать. И я решил прям основательно к этому подходить. Брать какой-то планер. Там все расписывать. И, короче, хочу сильно, очень сильно хочу пройти всю большую Севастопольскую тропу. Она капец какая длинная. Вот. Надо подумать, сколько всего, сколько продуктов, сколько... батареек, сколько всего-всего. Вот, прям ответственно хочу подойти, сяду, все высчитаю. В какой-то момент я пропаду. Ну, я наснимаю роликов, но в какой-то момент я пропаду. Не знаю, мне такое ощущение, что ее недели две надо проходить. Я не гуглил, но она, по-моему, 100 с лишним километров. Это очень большая тропа. Она начинается в этом... Господи. В Любимовке и заканчивается в Балаклаве. Она вот так вот через пещерные города, короче, по материку, потом над Поросом выходишь на плато и идешь. Что, жирный котик? Сыдю надо пойти свою покормить. И идешь это к Балаклаве по плато. Это офигенный маршрут, надо его сделать, пройти. Не хотелось бы, конечно, его одному проходить. Кто хочет со мной пройти большую Севастопольскую тропу весной? Пишите в телеге. Вот это же, ребята, за этими щитами тут огромный бассейн, в который загонялись яхты как-то, не знаю, может быть, кранами делались. РТ смотрит в небо. Море и горы. Как сейчас сделать, чтобы в одном кадре были и море, и горы.
Кайф. Интересно, мы увидим, кто на диве сейчас. Вон она, лестница на диву. Завтра во влоге будет. Камни семизовские. На диве нет никого. Конечно, трясется, но что сделать? Зато мы отсюда скоцевели, посмотрели, есть ли кто на диве или нет. Так, ребят, ну что, и платформа, кстати, сейчас из-за того, что она стоит боком, я прям тупил, думаю, блин, что горизонт, меня так потом по морю смотрю, море относительно ровно, это же платформа криво стоит. Никого нет, свет горит. Так, я там и не был до сих пор еще. А хотелось бы очень-очень-очень, как далеко она тоже, но нет, здесь она близко. Сегодня, ребят, снова у меня была от кого-то услышана такая информация, что поезда, нету билетов на поезда, новогодние вот эти все дни, и вот сейчас нету, что они приходят полнейшие. А где все? Скорее всего, в Ялте, наверное, в Севастополе, кстати, вот эта картина очень красивая. Кто-то круто нарисовал, прям очень похоже все. Но это, знаете, такое... вариация на тему, когда еще были берега пустынные и корабли ходили с парусами. Опа, работает чисто относительно. Но факт в том, что так закрыть. Сторожи. Факт в том, что работает, почему я все время этот туалет показываю, потому что в Кацавели есть бесплатный туалет. В Семизе нету. Это так элементарно. И вот реально, почему не хочется на этот пляж ходить городской? Потому что в туалет никто не ходит. А такие толпы. И купаешься потом в мочевине. Она даже цвета мочевины вода. Или же все спят, или же дома не заполнены. Прошлый Новый год тут гульбище первого было. Ой, ну может не первого я ходил, но гульбище тут было конкретное. Тишина. Как я обожаю это время года. Новый очередной забор. Тут такая видовая была. Кто-то купил этот участок, наверное. Ну, зашибись. Я переживал, что вот этот столб виды перекрывает. Зря переживал за столб. Вот вам заборчик. Штормовой бассейн. Как смотрится? Слушайте, и здесь-то тишина. Куда же эти все поезда приехали? В Ялту реально, в Севастополь. Новый год здесь точно было дофига машин. Честно говоря, если б я там любил компании, любил бы рестораны, я бы сюда тоже зимой не поехал. В Ялте-то все работает, рестораны любые, какие хочешь. Хочешь суши, хочешь не суши. А тут что? Ну, только таким любителям, как мы, а любителям там повеселиться, погулять. Это же тухляк прям. Для них это тухляк. Кацавели, люди вон маршрутку ждут в пятачоках. Солнышко вечернее. Вон как красиво светит. Ой, какой запах свежести. Какой же свежий воздух. Вчера, кстати, ребят, пообщаемся было на влоговом канале. Посмотрели его. Влоговый канал, там ссылка в описании, если вдруг нет. Полтора года моего беспрерывного пребывания в Крыму. Дождик, я там рассказывал
дождик повесили. Прикольно. Я там рассказывал плюсы-минусы. Короче, если вдруг не посмотрели, перейдите на влоговый канал, посмотрите. Закрыто, магаз закрыт. 1 января, что вы хотели? Выходной. Мой любимый домик. Ой, фиалки всякие, вон. Такая у них красивая пальма большая. Красиво. Вот аккуратненький забор. Но вот это же глаза мои не видели. Ой, такой, знаете, морской бриз и запах шашлыка. Так вот везде. Такая дырка незаметная. Прям. Я прям не могу. Так пахнет шашлыком. Я уже дошел до тарелки. Я хочу на тарелке попить чай. Пунктик будет выполнен. Я недавно во влог, что ли, снимал, что говорю, что-то я давно здесь чай не пью. Ну, каких-то куч с камнями понавозили. Интересно, что тут будет? Забор же стали делать. Мне надо спуститься. Там возле этого дерева есть такая сидушечка, где очень круто пить чаек. Надо было, конечно, сварить кофеек. Ну да ладно. И чаек нормально. Или возле моря попить. Ой, наверное, реально возле моря попью. Ладно, тут тоже ребята отметились. Показал вам тоже. Тут хотел. Ну ладно, лучше возле моря. То сейчас там уже начинается феерия. То, что море, в море садится солнышко. Говорю, вот эта вот ветка, я вообще не понял, зачем ее отпилили. Высохла, может быть, скорее всего. Поэтому надо занимать первые места в ряду, чтобы заснять все это. Как вы, кстати, Новый год отпраздновали? Я сегодня во влог тоже снимал. Я швеб соскал. Я, ну, когда какие-то застолья, я ж не пью. И там, где надо чокаться, я покупаю швепс и пью. И думаю, что это у меня шампанское. В этом году видели, баба на улице подходит, говорит, что у вас на носу? Что у вас на носу? Она такая, сопля, что ли? Подождите, а что это у вас на носу? Сопля? Нет, Новый год! Ну и, короче, швепс мне не удавалось найти. Потом мне сказали в магазине, что швепс теперь называется Рич. Чё я начал про это рассказывать? А, вот. В общем, я на Новый год пил Рич, он же бывший швепс, и был с друзьями. Ну, мы так, знаете, чисто для протокола послушать куранты и разошлись. Пол первого я уже спал. Вот, пишите, как вы праздновали. Ой, как красиво, как я люблю Коцевели. Так люблю, что надо каждый день сюда теперь ходить. И, ребят, ветер, он как бы есть, но это такой, ну, как летний, теплый ветер. Мне вообще не холодно. Ну, еще бы 19 градусов, если на Севастополе 19. Ну, у нас, может быть, конечно, меньше. Там на пляже тоже шашлыки жарят. Прикольно. С собаками гуляют. Шашлычки жарят.
А вода прям аж такая черное море, черного цвета. Особенно если туда на платформу посмотреть. О, уже даже тут забор вон появился. О, они достроят, а нету? Охренеть! Сейчас, ребята, пойду недострой смотреть. Недостроя нету! Вот все, что осталось от недостроя. Только вот эта галерея, которая была большая. Его нету, офигеть! Интересно, а как его сносили? Быстро! Я сейчас спросил, тут, короче, парень, он видел, как сносили, какая-то огромная фигня, говорит, 15 метров, прямо вот так хопс, 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 и все разобрало. В общем. Какое небо. И чего-то не хватает. Вот отсюда хорошо видно все, что осталось от недостроя. Какая красота. Вот это цвета. Ваше здоровье! С Новым годом! Вы гуляете, не гуляете? Новогодние праздники. То, что доктор прописал 1 января. Ладно, ребят, на сегодня все. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь, если смотрите без подписки. Я в шоке от увиденного, как вы. На сегодня все. С вами был Игнат. Пока-пока.